Сейчас сборная России по боксу проводит сборы в Сочи. Команда тренируется на базе Югспорта, а сюда они приехали после сборов в Италии. Сегодня главный тренер мужской команды Виктор Фархутдинов объявил мужской состав для выступления на Европейской олимпийской квалификации. Соревнования пройдут в Лондоне с 14 по 24 марта. Путевки на Олимпиаду будут разыгрывать в 8 весовых категориях. Россию там будут представлять Расул Салиев, Альберт Батыргазиев, Габил Мамедов, Андрей Замковой, он будет капитаном сборной. Также в восьмерку вошли Глеб Бакши, Имам Хатаев, Муслим Гаджимагомедов и Иван Верясов. На протяжении всех основных соревнований, начиная с чемпионата мира, чемпионата России, это по 2019 году международных турниров, и определили состав и резерв национальной сборной команды для участия в европейском отборочном турнире к Олимпийским играм в Токио. Очень тяжело было определить. Состав первых-вторых номеров до того был ровный. Конечно, хотелось бы с первого захода нам отобраться. Конечно, сейчас в Лондоне будет нелегко. Но состав команды очень хороший. Если вдруг у кого-то не получается, значит, с 30 числа уже делаем сбор. И резерв команды дальше продолжает к отборочному мировому турниру. Добавлю, что состав женской сборной страны по боксу на олимпийскую квалификацию объявят на подмосковной базе 4 марта. Ну а Олимпийские игры пройдут уже в этом году в Токио с 24 июля по 9 августа.